Всем привет, вы слышите Алексея Халецкого, а видите продолжение партии за Германию в Sid Meier's Civilization 6 Gathering Storm. Если вы случайно наткнулись на это видео и не видели начало, то рекомендую перейти к нему. Ссылка на первую серию появляется в верхнем правом углу, либо есть в описании к этому видео. Всегда лучше смотреть с самого начала. Также напомню, что спонсоры канала все серии видят сразу во вкладке «Сообщество», а для всех остальных приятного продолжения просмотра. А мы разве с ним играем? Разве... Лёша ставил, но, судя по всему, его просто нет. Да, он, по-моему, тут не работает. Как и на озёрах. Блин, этот бешеный скаут, куда-то стремящийся. Тут убили. Тут город идет. Блин, ну этот город он возьмет, мне кажется. Блин, надавали ему денег, он на пол, блин, лучников. Вот вы сволочи, а. Я лучников строю руками. Неправда. Ну на что ты ж деньги потратил? Может он клетки скупил? Клетки, зачем ему клетки? Так, это он обстрелял, подошел еще одним, тут апнем, здесь стоим, еще одной коней. Ну, упорочка так упорочка, что поделать. Теперь мне надо побольше, наверное, мечников построить. Хотя мне еще эту клетку купить надо. У него повезло, у него лошади есть где-то. Блин, у него и железо тут где-то до хрена. Или лошадей ему дали. Вот у него лошади. Пропущу ход. Так, стрельбу из лука открыли. Каменную кладку и... Ну... И обработку железа поехали. Карточка, правда, на юниты стоит, но... Не знаю, хотя бы, может, этого убью. Блин. И не убил. Оставляем так или продолжаем воевать? Не, ну упорочка так упорочка, чё тут... Он у меня уже город захватил. Кто мне денег даст? Ну, как бы это город мой, который в четырех клетках одной столицы. Нюрнберг? Да. Твой город Нюрнберг? Это знаменитый вот этой страны город. Да, чисто грузинский город, потому что Грузия только подселили. Ай, спалите нации. Какой-то абхазец. Да еще скажешь, что Ереван твой город тоже.
Так, 5 ходов мечники. Раз. Сколько у меня дуболомов имеется? Принять быстрее. Так, лошадь надо убивать. Как там это довольно плотненько, я бы сказал. Так, железо пошло. Не знаю, у меня места полно, чтобы селиться. Вообще, как-нибудь этих лошадей еще обработать бы. Ну, полно. Так, какие у нас тут юниты могут... Вот выше Еревана, вот этот вот хребет. Я не могу прочитать его название, потому что половину закрыто. Вот правее него ты ж не будешь селиться? Ну, в машиностроение. 48. Правее Еревана внизу нет. Вообще, мне надо в стриме, конечно, как-то стремиться. Но я вот от Еревана хребет вверх идет. Тут все небольшое, ускорено, в принципе. Я там не что, надо гулял. Просто в стриме выходить. И я далеко от Еревана, очень далеко. Блин, лучник. Подставил себя под лучника. А, тьфу. Я тебя с челенью перебил. Вот, и я про то же думаю. Блин, правительственную площадь не могу построить пока. Надо попробовать успеть апнуть. Не успел. Хера он тут успел пострелять и этого убить. Вот это... Fast click. Так, переходы до мечников. Так, тут вообще со стен сразу начнем. Да и здесь можно стены строить. Так. Виктора надо в Гейдельберг. И прокачать, похоже, его. На территории города. Так. Ускоренное перемещение по тропическим лесам сделаем. Варвар разграбил мне. Просто думаю, апнуть в лучников или... Ладно, сначала в лучников апну. Так, у кого там денег попросить?
Сейчас со всех денег буду просить. Хотя мне скорее тут... Так, теперь апну против юнитов. Починим. Так, куда мне лучше лучника поставить? Сюда. Тут свиней обработаем. Блин, мне... Там же 10 будет требоваться, да? Ну, 10, 20 деньжат, 10 деньжат. У меня железа не хватает. У меня просто... А, так что я туплю? Я ж могу ресурсы попросить. В общем-то. Лошадей у кого? Так. Ой. Ходить. Так, как там война? Но он меня уже следующий город атакует. Фаст-кликер. Ну как бы. На ну как бы да. При обороне Нюрнберга. Так. Стоим в защите. А что, у меня дуболома только 2 осталось? Мне бы, конечно, копейщиков лучше построить. Против лошадей-то. Так, копейщик. Ой, сейчас вот этой армии следующим ходом хана, потому что Виктор присядет. Никуда мы не отправляем послов, все это мы копим. Так, ну Вахине, наверное, уже надо какие-то районы строить, которых ни хрена нету. Теперь я фаст-кликер.
Так высморкался? Да нет, тут ко мне гости приплыли. Нежданные. 30, а этого 50, по-моему, стоит, да? Пока постоим. Ну, я надеюсь, у грузина только 3 вообще. А он военный лагерь еще сделал. Да, 3 города. Но зато военный лагерь есть. Но мне надо все равно поселенцев строить и сюда расселяться. Война войной, а расселение по расписанию. Так, против... Давайте... Создание поселенцев против... Надо ли мне против... Давайте содержание лучше. Минус 6, видите, идет. Так, и сделаем. И военную традицию надо. У меня вообще бонуса с фланга нету нифига. Так, тут мы ничего не делаем. Давайте вырубим для Нюрнберга. Интересный фаст-клик куда-то в сторону у него. Не пойму, Челине, что ты делаешь. Это ты подставляешь, что ли, юнит или что? Я промазал. Двумя юнитами прям. Ну ладно, два заряда есть. Хотя, наверное, табак обработаю лучше. Я не хочу тратить деньги на покупку лошадей. У меня ни одного района нету. Ни одного. Может, лучше катапульту открыть. У меня скоро уже будет стены, два хода, они ускорят. Науки мало. Я подставил. Ну что, попробовать на этот его город напасть?
Ну, я могу убить, видите, но мне тогда явно мечников следующим ходом убьют. Ну и смысл. Американец, а ты уверен, что ты сюда хочешь город ставить? Ну все, уже американца спалили. Никакой интриги не получилось. Ну. Просто это... Ну, меня тогда... Я заперт в пяти городах. Вообще, я заперт... Вообще, некрасиво сейчас поступил тоже. В конце таймера. Ну, мне кажется, он уже всеми арму... юнитами походил. Можно захватить ее. Здесь. С японцем попадаться на твоем родном... Не успел. А если ты на меня пойдешь? Мне успел. Воевать... против тебя на твоем родном континенте совсем. Древние стены завершены. Денег нет, военный лагерь купить, но вы держитесь. Блин, и коммерческий район не открыт. Не, короче, сначала деньги надо. Короче, надо в развитие пойти, иначе тут печаль у меня будет. Может, действительно все-таки мир заключить? Ладно, Челин, я думаю, у нас тут иначе действительно мы просто выключимся. Я готов мириться. Не, ну серьезно, тут мы сейчас будем чисто в войну играть. То есть я попытался. Да, у меня Нюрнберг, он тоже потратил кучу ресурсов на это. Но мне надо развитие. Кстати, нельзя здесь кругосветку сделать. Ну я же... Мне надо забрал. Пойти к Анди забрать. Мы это вроде уже выяснили. Так, пойдем забирать Канди, и тогда вот тут расселяемся. Прокачанный Виктор теперь есть у меня. Ну, зато бодренькое начало. Ну, правда, мы теперь с грузином очень сильно отброшены. Так, а что с кампусом у нас здесь? Тоже можно какой-нибудь кампус построить. Издевательство от игры. Блин. Но у меня с наукой будет не очень. То есть я буду науку потом, видимо, проектами догонять. Есть такое чудо, дорога гигантов. У него особенность, наземные боевые юниты, оказавшиеся на соседних клетках, получается способность копье Фина, плюс 5 боевой мощи. Так вот, это чудо находится на острове. Плавай, надо как-то, ну, что тебе, просто так должны все дать? Все верно. Добудь себе... Копье Фина. Привет, Фламкер. Привет.
Аде, а ты уверен, что у тебя тут полно места, чтобы селиться? Что-то мне так не кажется. Или полно? У тебя вверх там много мест? И вверху есть. Сейчас в наемники выйду, подожди, еще больше места будет. А, вон оно как. Махенджи Дару хочет. Так, все, значит, мне надо деньги, сейчас надо развитие, деньги. Ай, мореходство, астрология, навигацию по звездам, два ресурса морских надо обработать, блин. Для мне исторические хроники. Подождите, надо решить, что там открывать. Что у нас тут? Содержание юнитов. Это строители я поставил? Ой, блин. Ой, блин. Как у меня тут херово все. Вместо бонуса к созданию поселенцев я поставил бонус к созданию строителей. Напоминаю, немцы имеют плюс 7 боевой мощи против городов-государств. Ой, тут еще у Канди юнитов оказывается дофига. Блин, а тут уже лояльности куча. Ну вот сюда надо город ставить. И куда-то сюда еще город ставить. И, собственно, все получится. Хотя вот тут можно будет город поставить. О, тут, смотрите, тут лошадей и железа дофига. Ну, теперь нам Челине надо как-то будет восстанавливаться, что ли. Ну, и тут как бы на востоке, ну, я не знаю, можно же палить нации? Ну, давай уже стоит. Будем. Еще кто-то ну, не нашел. Черный рядом такой. Хотя, я так понимаю, черный... уже всех знаю просто. Там черный и индеец на востоке. Я в курсе, ну, а ты думаешь, я города так ставил чисто потому, что вот хотел тебя подселить? Я вообще карту не видел, я ставил там, где мог. Черный индейец на востоке меня собирается забирать. Черный индейец на востоке? Ну вот, так тут Канди может быть даже... Так ты обороняйся, что ли? Блин, да постоять тут на себя. На себя. Мне еще есть место селить. Собрать всех этих умников. Я же сказал, сперва в наемники. Рабочего захватили. Вот фланкер что-то поселенца своего уже ходов 10, наверное, водит туда-сюда. Это у них Моисей местный. Автоматическую разведку поставил поселенцу. Блин, с правительственной площадью как-то не получается. Подождите, у меня тут лошади, а тут нефрит. Супергёрл, предложение. Блин. Так что, тут делать, что ли? Так, давайте еще строителя тогда... Блин, мне надо обрабатывать, мне надо... Господи, мне все надо. С этой войны дурацкой.
А тут ацтек. Ну, у грузины еще хуже ситуация, похоже. Блин, я еще и мореходство до сих пор не открыл. Так, тут давайте тоже строителя. Алексей, что, дружба тогда? Да. Мне кажется, тебе надо Ереван забирать. Точнее, это, как, по-моему, вообще без вариантов для тебя. Я знаю, но он хорошие бонусы дает. Блин, похоже, надо тут центр коммерции ставить, а здесь правительственную площадь тогда получается. Хотя, почему бы нет? А какую ГГшку забрали? Лавенту. Короче, смотри, тут... Если я тут этих, да, религиозных городов государств что-то немерено. Ой, блин, мне надо было рабочего тут забрать сначала. Канди. Даже никакой район не построил Канди, блин. Канди фиганди. Смотри, ты даже генерала уже накопил. Может, Махенджо-Даро тогда еще захватить? Ну там голландец вокруг, я бы лучше тут город ставил. Так, ладно, следующим поставим посело. Ну, в моем посело. Случае это просто делается. Что-что? Накопление на генерала. Не, я о Челине говорю. А, да, он когда с тобой воевал. Я настоящий горец. Кристофер Ламберт. Буду биться до последнего. Че? Кристофер Ламберт. Челени, наверное, слишком молод, чтобы, да, знать, кто это. Слишком тонкие намеки. Ну, они не тонкие, это чисто... Кто знает, тот знает. Если не знает, то... Типа, а что это за фигня? Ну, надо же еще имя помнить. Не помню, что рыбацкое. Кристофера Ламберта не знать сложно. С его глазами сумасшедшими. Так. Бабанангу! А, я построил. Так что ты так орёшь? Челини, а ты мне... Это... Сделку примешь? Кстати, у меня табака две штуки, никто не хочет поторговать. И еще две штуки сейчас оливок будет. У меня нефрит скоро будет. Слушайте, может, в принципе, мы этим могу поторговать сюда сейчас, лучше пойдем. Свой позже. Там-то мы поставим. А, у тебя тоже есть нефрит. Да. То есть этого поселенца я сюда поведу, а этого поселенца вот сюда. И все, собственно, расселение практически закончилось.
получается. Ощущение, что это все же два континента, потому что что-то в центре, ну, какой-то океан. Может, конечно, здесь еще... Блин, мне надо, наверное, выйти в лодочке и поплыть куда-нибудь. Блин, 10 ходов, я в темный век выйду. Нормальный, темный. Вот жопа, в ту сторону жопа, это будет тяжелая игра. Прямо скажем. Так, сменим карточку на поселенцев. Тоже столько производства профукано просто. Просто профукано. Ну, хоть Канди взяли. И то счастье. Так, здесь я эту обработаю и буду гавани строить. Здесь надо вырубать этот камень, похоже. В Магдебурге какое-то производство надо делать. Для этого тут надо амбар поставить, монумент и правительственную площадь сюда. Так, надо производство. Ну, мечника оставим здесь. А, это я поменял. Куда нам дальше двигаться? Так, что у нас по ресурсам? Все еще у меня два табака. О, извержение вулкана крутое. Один ход. Ну да, здесь поставлю город. Ну, в принципе-то по городам получится... Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь городов, как бы, жить можно, на самом деле. Если я еще успею поставить, конечно. Наверное, вот сюда надо, рядом с вулканом. Так, давайте... А, с Чак у меня и так дружба. Давайте с голландцем дружбу тогда еще объявим и с ацтеком. Интересно, у меня написано, что у ацтека ко мне 25 претензий, типа неприязнь. Интересно, что там я такого сделал. Такую неприязнь к подсудимому испытываю. Город государства захватил, с которым он дружил. А, да, точно, скорее Нет. всего. Я не дружил с таким городом. Ну, уже города 7, это даже не столица. Что города 7? Вот у Зулуса город 7 жителей уже, и это не столица. Ну, конечно, он их отращивал вместо того, чтобы воевать. Чё ты удивляешься? Ну, я-то не удивляюсь ничего. Вообще, меня ничто не удивит. Блин, центр коммерции здесь надо ставить. Так, давайте здесь строителя. Да. Это мы должны убирать. А, давайте в Майнц, кстати, почему нет. Коммерческий район достроим. И я бы... Так, давайте, наверное, рынок. Правительственные два хода. Я бы вообще правительственную, наверное, под это дело лучше сделал вот так. Камень обработаем. Тут стоим, ждем прихода посела.
Ацтек, ты дружбу принял или нет? Алексей сделал. Принял. Хотя ты там что, боишься, что я на тебя буду нападать? Я боюсь, что поселенца какого-нибудь захватишь. Зачем? Я бы захватывал, поэтому... Я и захватывал, прямо скажем. Так, центр коммерции. Блин, может я зря здесь что-то не подумал, где ставить буду производственную площадь вообще. Так, пошли в ученичество. Мой уникальный район. Сейчас мы выйдем в темный. Так, можно паузу? Так. Обрабатываем камень. Тут, блин, тут все у нас. Не будем обрабатывать. Тут у нас вокруг политической площади еще районы надо ставить будет. Так, выхожу в темный век. Тут уж точно выхожу в темный век. Блин, минус 3. Ну что, Виктора надо в Ульм пересаживать. Микроменеджментом городов, кстати, вообще не занимался, надо бы. Так, тут все окей. Здесь на производство пока. Так, а скаут у меня вообще есть живой где? А, да, он там внизу бегает. Один. Один имеется. Блин. Так, тут надо все вырубать и... Так, надо как-то подумать с районами. Особенно, конечно, меня интересует... Ганза моя. Мачу-Пикчу. Бонус устремлений за район. Так, ну теперь нужен ли мне Магнус на самом деле? Уже, наверное, не нужен. Какие города растут? Все такие маленькие, блин. Так, в Ахене давайте ставить в очередь гавань. Тут у нас будет коммерческий на будущее. Но опять же, я уже не получу этих бонусов. То есть это чисто для соседства на производство я ставлю. Потому что все золотого века, там золото, вот в который сейчас народ выйдет и кучу науки будет иметь, это все у меня сейчас пройдет. А, вообще все в нормальном. Ну, золотой-то они могут выйти на самом деле. Так, Занзибар имеется. Занзибар можно будет использовать. Давайте, наверное, Магнуса в Майнс посадим и будем вырубать там леса. Вот тут вот все вырубить надо, видите? А кто-нибудь из нас вообще вот с этого континента встретил вот этих троих? А вот эти троих это кто? Рай, Алиц и Аби. На этом пока все. Спонсоры канала продолжение могут увидеть прямо сейчас во вкладке сообщества. Для всех остальных оно выйдет завтра. Спасибо, что досмотрели до конца. Я Алексей Халецкий, тот, кто сделал это видео. Пользуясь случаем, хочу попросить вас поставить лайк, оставить комментарий и поделиться этим видео со своими друзьями или в социальных сетях.
а также посмотреть другие мои видео, ссылки на которые вы видите сейчас на своем экране. Играйте в умные игры и всем пока!